Здравствуйте, товарищи! Рабочая партия России и Фонд Рабочей Академии поздравляет вас с праздником 1 мая и приглашает принять участие в праздничной демонстрации, где мы будем выступать с лозунгом «За 6-часовой рабочий день», который выражает коренные интересы всех трудящихся рабочего класса. Мы, Рабочая партия России и Фонд Рабочей Академии, выступаем за этот лозунг. Сокращение рабочего дня до 6 часов с сохранением заработной платы. Это позволит трудящимся высвободить свободное время для своего развития. И также это будет способствовать развитию всей экономики страны. Поэтому мы призываем присоединиться к нам, встать в наши ряды. Сбор состоится Лиговский проспект, дом 29, 1 мая. Приходите, будем рады видеть наших союзников, сторонников рабочего класса, сторонников развития России.